Японские творцы всегда любили отправлять в обычную школу самых разнообразных персонажей. Кто только не посещал японские школы, и демоны, и попаданцы, и пилоты боевых роботов, и шиноби, и даже клоны великих людей прошлого. Все они волею авторов собирались в одном классе, чтобы разобраться в себе и в жизни, а заодно и дать читателям еще один повод от души посмеяться. И вот теперь, в новой манге, выходящей в знаменитом журнале Shonen Jump, в школу отправляются самые настоящие произведения искусства. В буквальном смысле этого слова. Доброго времени суток, уважаемые зрители! Вы снова на канале Manga Stream, и я продолжаю делиться своим мнением о мангах и аниме, которые заслуживают вашего внимания. И на повестке дня у нас манга «Пубертатный ренессанс» Давида Куна, за которую ответственен начинающий мангака Куроки Юсин. Обычный японский школьник влюблен в свою одноклассницу, но стесняется ей признаться, попутно решая свои школьные проблемы. Это основа для десятков сотен комедий, романтик, комедийных романтик и романтических комедий. Но есть одна вещь, которая выделяет Давида на общем фоне. Это, разумеется, главные герои, которые вдохновлены разнообразными произведениями искусства. Да, в основе своей Давид до ужаса банальная и шаблонная школьная комедия с элементами романтики, и на нее вряд ли бы обратили внимание и редакторы, и читатели, если бы не визуальная подача произведения. Итак, как я уже говорил раньше, в этом мире в школу ходят настоящие произведения искусства, и наш главный герой, как это понятно из названия, Давид, чей образ основан на скульптуре «Давид», которая была создана Микеланджело Буонаротти в 1504 году. А влюблен наш главный герой в самую красивую девочку класса Венеру. И в ее образе легко угадывается картина Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». И на неуклюжих попытках сблизиться с Венерой и строятся основные события истории. Школа, друзья, родители. Мы все это видели неоднократно, поэтому здесь сложно найти хорошие истории. Все конфликты шаблонные и поверхностные, а юмор далеко не всегда попадает в читателя. Но благодаря ренессансу автор смог создать немало уморительных ситуаций, основанных на визуализации предметов искусства и их взаимодействии друг с другом. Например, тот же Голиаф представлен в виде школьного задиры, который всегда стремится вызвать Давида на дуэль, а лучшим другом Давида является всеми известный писающий мальчик. Однозначно сильной стороной манги является ее визуальный стиль. Автор действительно потратил непомерное количество времени на изучение и копирование огромного числа произведений искусства и теперь старательно превращает свои страницы в картины. Одному только ему известно, сколько времени он тратит на каждую главу, учитывая, что его главный герой покрыт тенями, которые нужно постоянно рисовать сложной штриховкой. А еще, например, при резких движениях или для того, чтобы подчеркнуть эмоциональность напряженного момента, Давид Кун может трескаться, как самая настоящая статуя, но это сделано только для комедийного эффекта. При этом большая часть остальных учеников выполнена в уже привычном аниме-стиле, в том числе и девушки. И тут мы подходим к примеру с Мона Лизой. Изначально девушка появляется перед нами с внешним видом, скопированным прямиком с картины. Но пройдя через помощь главных героев, она, к своему счастью, сможет расслабить сведенные мышцы лица и стать… обычной? И мы видим, что мангаке приходится отступать от своего визуального стиля в угоду массового потребителя. Когда в прошлом году я рассказывал про мангу и аниме «Выдающиеся звери», то я обратил внимание на их выдержанный визуальный стиль. Кликайте по всплывающей подсказке, если вы его не смотрели. Итак, в «Бистерсах» и «Мальчики и девочки» выглядят как звери и выполнены в одном едином стиле, даже если это означает потерю целого слоя фанатов. В то время как манга «Объединяйся, Академия Сатон» целится на более широкую аудиторию, поэтому в мире этой манги мальчики выглядят как животные, а девочки выглядят как обычные человеческие девушки, только со звериными ушками и хвостиками. Почему? Потому что, согласно мнению основного потребителя, это красиво. И желание автора, логика, единый стиль тут не играют никакой роли. Не уверен, является ли это желанием автора или настойчивым требованием редактора, но и Академия Сетон, и Давид отступают от своего стиля в образе девушек в угоду массовому потребителю. Но надо отдать должное, как минимум в случае с уже упомянутой Мона Лизой, автор умудрился неплохо выкрутиться из ситуации и с юмором обыграть смену лиц героини.
Также в прошлом году я уже рассказывал про произведение под названием «Клетки за работой». Основной задачей данной манги была подача научного материала в приключенческом формате для более легкого усвоения. Проще говоря, это такая форма научпопа. Также и пубертатный ренессанс Дэвида Куна можно рассматривать как альтернативу зубрёжке. Благодаря этой манге можно будет прикоснуться к большому количеству произведений искусства, ведь однозначно определенный процент читателей отправится гуглить все показанные отсылки и пасхалки, чтобы лучше понимать суть шутки. И на эти самые пасхалки мангака не скупится, она под завязку наполнена самыми разнообразными ситуациями, которые иллюстрируют десятки разных произведений искусства. Здесь вам и омаж на картины известного австрийского художника Густава Клима, и отсылки к скульптуре «Мыслитель» за авторством Огюста Родена, и «Положение во гроб» картины итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля, и десятки других замечательных примеров. Вот только слишком быстро становится очевидно, что все эти отсылки – это не просто приятный бонус к повествованию, а самоцель. Уже упомянутые «Клетки за работой» представляют из себя намного более цельное и стройное произведение, которое вполне в состоянии функционировать в отрыве от своего материала, в то время как «Давид» – нет. Несмотря на очень хороший уровень рисунка и на разнообразные отсылки к искусству, манга слаба как самостоятельное произведение. Шаблонные персонажи, шаблонные ситуации, шаблонная японская школа. Проще говоря, как только вам наскучит процесс постоянного выискивания отсылок на живопись или скульптуры, то эта манга тут же растечется у вас в руках настолько, что сам Сальвадор Дали помрет от зависти. Наверное, именно так и рассудили остальные читатели, потому что большой популярности манга не сыскала и была закрыта спустя 4 тома. Но я все равно советую вам, как минимум, ознакомиться с данным произведением, ведь, как знать, возможно, именно вы получите то самое удовольствие от сравнения страниц манги с настоящими произведениями искусства. Жаль, что на русский язык было переведено преступно мало глав. Подводя итог, так кому можно посоветовать данное произведение? Если вы ищете свежий взгляд на школьную романтику или ищете глубокой и многоуровневой школьной комедии, то вам лучше пропустить мангу «Пубертатный ренессанс» Дэвида Куна. С другой стороны, Давид, несмотря на штампы школьной жизни, умудряется неплохо себя показать именно из-за своей главной особенности – отсылок на произведение искусства. Да, в большинстве случаев все происходящие события строятся только для того, чтобы нарисовать еще один омаж на знаменитую картину или скульптуру. Впоследствии также будут добавляться отсылки на кино и даже на другие манги. И если хотя бы несколько читателей отправятся в интернет, чтобы почитать про настоящие картины, на которые ссылается манга, то вполне возможно свой долг она выполнила и подняла общий культурный уровень некоторых читателей Shonen Jump. Увы, но Давид слишком быстро выдыхается, чтобы стать по-настоящему популярной мангой, потому что когда новизна от поиска пасхалок и отсылок сходит на нет, то интерес к манге сильно падает. Но я успел получить свою порцию удовольствия, поэтому и выбрал эту мангу для одной из своих статей и видео. И, пожалуй, я с нетерпением буду ждать новые работы автора и понадеюсь, что в следующий раз у него получится не просто одолжить у настоящего искусства визуальные образы, ну и наполнение с глубоким смыслом. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за сегодня, большое спасибо всем, кто нас смотрел, большое спасибо всем, кто поставит лайк, оставит комментарий. Напишите, пожалуйста, как часто вы ходите в музей. Шучу. Напишите мне, как вам ренессанс Дэвида Куна. Понравился? Понравилось ли искать отсылки? Как много вы выяснили? Стали ли вы гуглить все эти произведения после того, как почитали мангу? Что ж, заглядывайте к нам в Твиттер, заглядывайте к нам на Twitch-трансляции, заглядывайте к нам в группу ВК и увидимся на следующем видео. Как говорится, сенсайка!